чего начинается Родина? Что такое Родина? Я уверена, что для каждого человека это слово значит многое. Просторные, могучие леса, золотистые поля, широкие полноводные реки – все это и есть моя родная земля. У каждого из нас есть своя малая родина. Для меня это родной и любимый город Пенза. Я не перестаю удивляться красотой Пензенского края. Когда иду по улицам нашей родной земли, то чувствую силу и защиту. У нас живут самые замечательные люди, добрые и отзывчивые. Патриотизм. Для меня это самое светлое чувство, которое передается через прочтение великих русских поэтов-классиков, через исполнение народной песни, где сохранена мудрость и любовь, через сохранение традиций и обрядов нашего народа, которые передаются из уст в уста нашему будущему поколению. Любите и уважайте своих родителей, почитайте ваших дедов, которые воевали и проливали свою горячую кровь за наше с вами светлое будущее и мирное небо над головой. Любите свою родину. Чего начинается родина?